Помешать ему в этом может только один человек, только вот этот высокорослый и очень сильный фигурист. Ученик Александра Волкова, который в большой тренерской группой прибыл в Саранск вместе со своим учеником. И этим учеником является Артем Ковалев. Ну а программу эту с вами мы знаем практически наизусть. Программу, которая, когда Артем катает ее чисто, вызывает бурные аплодисменты переполненных и не очень залов. Группа Queen, Freddie Mercury, что называется, мы скучали. Артем Ковалев. Почти максимум, и прекрасно понимает сейчас это Артем Ковалев. Он сделал в своей произвольной программе, но против такого Дикиджи, как сегодня, да еще с условием того, что по итогам короткой программы были практически равные оценки у лидеров, бабочка на акселе просто недопустима. Потеря вот этих 8-9 баллов, она и становится критической. Вы видите, что результат Влад Дикиджи 84, почти 85 за технику. Он оказался недосягаем для
Артема Ковалева, и одно мы можем говорить сейчас с уверенностью. Второй год подряд финал Кубка России выигрывает один и тот же спортсмен. Владислав Дикиджи, в прошлом сезоне набравший 245 без малого, сейчас преодолевший отметку в 250 баллов, снова лучший в финале Кубка России в категории кандидаты в мастера спорта. Ну, в общем, в нынешнем сезоне Влад Дикиджи очень уверенно выступал. Были у него и победы, были у него и не очень удачные выступления, в частности, дома в Санкт-Петербурге на взрослом чемпионате России. Он оказался только 11-м, но он уже в который раз показывает, что готов к постоянным и очень уверенным, и самое главное, стабильным прокатам. Артем Ковалев и после этого каскада 4-2, и после особенно вот этого каскада четверной сальто в тройной тулуп все-таки виделся, мне кажется, спортсменом, который способен бороться за золото, но вот этот аксель, пожалуй, стал крушением всех надежд. Еще один четверной сальхов, не очень уверенно исполненный, еще оставлял шанс Артему Ковалеву. Тройной аксель, ойлер, тройной сальхов, это было неплохо. Я хотел, я просто не знал, что делать. Я решил, типа, не рисковать пока, потому что так не делал ни разу. Если бы была тренировка, я так делал бы, я бы сделал бы, пошел. Просто я боялся, мало ли, что-то неудобно. Ну вот вы слышите, что были мысли что-то перекроить в программе Артема Ковалева. Не срослось. Да, да, сейчас уже эта песня, в которой все слова сказаны, и их выкидывать попросту не получается. Обратите внимание, что у ребят тоже появились такие специальные игрушки, не только у девушек, я не знаю, то ли это специальная саранская история, то ли сами парни решили подыграть девчонкам-одиночницам и появляются с игрушками. Так, 152,7, четвертый результат Артема Ковалева. Хватает ли этого для того, чтобы остаться в тройке? Да, хватает, он второй с результатом 238. Третий все-таки Иван Попов. Илья Яблоков вылетает из числа призеров финала Кубка России.